нас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре страйкбольный пистолет Galaxy G.13+. Комплект поставки включает в себя руководство по эксплуатации, клипсу, набор для установки клипсы, упаковку шариков и сам пистолет с кобурой. Клипса или съемный крепеж находится на обратной стороне кобуры. Его можно отрегулировать по уровню наклона кобуры, а также по ширине поясного ремня. Для установки в комплекте идут винтики и отвертка. Однако комплектная отвертка очень маленькая и неудобная, поэтому лучше воспользоваться другой. Данная модель является внешней репликой легендарного Кольта 1911. Основа и затвор, а также рукоять сделаны из металлического сплава с матовым, немного сероватым покрытием. Накладки на рукоять коричневые, сделаны из пластика. Внешне модель выглядит просто отлично. Кстати, вес пистолета составляет 485 грамм. Длина пистолета 215 мм. Пистолет спрингового типа. В качестве источника энергии выступает пружина ручного взвода. Перед каждым выстрелом необходимо передергивать затвор. Стрельба ведется пластиковыми шариками калибром 6 мм. В магазин вмещается до 12 зарядов. Производителем заявлена максимальная скорость выстрела 79 метров в секунду. Самовзвода у механизма нет. Также у данной модели отсутствует предохранитель, поэтому при игре страйкбол помните о защитном снаряжении, особенно о стрелковых очках. Они, кстати, продаются на нашем сайте. Пускай дульная энергия здесь и составляет полджоуля. Тем не менее, попадание в глаз может привести к серьезным повреждениям. Как у оригинала, здесь имеется мушка и целик. На кобуре имеется специальная кнопка, при нажатии на которую пистолет легко покидает кобуру. Данная кобура обеспечит быстрое доставание оружия. Данный пистолет отлично подойдет для игры в страйкбол. Он отличается хорошей сборкой, а также великолепным внешним видом. Конечно же, металлический сплав конструкции – это большой плюс данной модели. Недаром она называется G13+. Купить ее вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!